Всем привет, с вами Макс Гюнтер, мы продолжаем играть в Hard West. Собственно, давненько не играли в игру. Ну, там был Новый год, в общем. Потом проходили мы Вильгельма Телля. В общем, разными делами занимались. Ну, вот, наконец-то дошли руки. И остановились мы с вами, как вы помните, на моменте, когда дошли до лагеря демона, достаточно геморройного, надо сказать, демона. Которую убить очень тяжело. Кроме того, у него достаточно много прихвостней, которые ему, собственно, будут помогать. И в прошлой серии мы как раз таки понесли неудачу, вот, то есть мы пройти не смогли эту миссию. Но я надеюсь, что, в общем-то, в этот раз нам повезет больше. Потому что со свежими силами. Так, а это что, баба тут убежала, что ли, отсюда? Так, отлично. Черт возьми. Блин, не знаю, можно, в принципе, внутрь дома пойти, но у нас у этого, собственно, у Уоррена, главного героя, у него все оружие-то на ближний бой рассчитано, поэтому, я думаю, можно туда будет нашего напарника, пацана нашего, поставить. Сейчас он только вот эту бабенку убьет, я надеюсь. Так, молодцом. Нужна перезарядка. Так, хорош. Не будем спешить, в общем, потихоньку мы будем его двигать туда. А Уоррен пускай добивает вот это вот. Вот, молодец, хорош. Так, сначала мы вот сюда вот дойдем. Потом, собственно, пойдем на второй этаж дома, чтобы у нас там был стрелок, который нам, надеюсь, поможет. Так, вот, собственно, эта тварь. Как это он так стрелял, интересно? Через дверь, наверное. Иначе быть не может. Так, продолжаем гасить эту тварь. Он геморный, очень геморный, на самом деле. Как только у него становится мало жизни, его вообще убить практически нереально. Так, ну тут надо быть аккуратным. Давайте тоже не будем спешить. Сначала добежим вот сюда вот. А потом уже пойдем на второй этаж. Так. Я вот не помню, был ли кто-нибудь в этом доме на втором этаже. По-моему, мы в предыдущей серии даже и не пытались, собственно, туда пробраться. Пытался опять холсок. Так, ну, судя по всему, тут никого нет, это не может не радовать. Так, отлично.
позицию почти заняли. Хорош, 4 холса остались. Такс. Давайте, я не знаю. Вот сюда вот что ли встанем. Почему он не может никого попасть? Там же вроде дофига народу было. Худой пацан, ты чё? Либо, в общем, там, типа, никого он не видит просто. Так, ну ладно, так, пропустим ход. Так, промах. Худой пацан, тебе, собственно, ход. И вот видите, начинается херня, то есть его убить там нужно, скорее всего, придется подходить на опасное расстояние. Невозможно попасть. Бред какой-то. А опасное расстояние — это, блин, риск, естественно. Так, а если мы... А, так, банан у нас тоже не перезаряжен, да? Давайте его перезарядим. Возможно, мы сейчас перезарядим просто две пушки. Не знаю, 39... Нет, давайте лучше перезарядим еще и этот наш... четверть фунтовый пистолет. Не, он мажет. Такс. До смешного доходит вот рили. Как можно столько мазать с такого расстояния? Ладно, будем типа учитывать тот факт, что он все-таки демон. А не какой-нибудь хрен с горы, правильно? Ну вот сейчас как он не попал, это конечно. Так, у него надо какие-то там, может быть, плюхи выпить. У него же там есть какие-то зелья, фигелья. Так, ты не уходи, пожалуйста, дорогуша. Опять промахнулся. Что ж такое? Целебный эликсир, бутылка спиртного. Так, а чё? Повышает значение. Давайте попробуем. Очков здоровья повышает значение. Что-то как-то... Ну... Там вообще написано много эффектов. Ну ладно. Так, ну что-то никого я не вижу. Ну, в смысле, он отсюда уже не попадает. Давайте, может быть, поставим к окошку его. Этот хрен вообще ничего не делает. Ну, вы сами все видите. Давайте попробуем, ну, я имею в виду демон. Он никак даже не отвечает на наши действия. Не знаю почему. И зарядимся. Так, ну придется, видимо, идти и херачить его, а что еще-то остается? Ну это чревато, опять же, он может убить сейчас одного выстрела. Нам это нужно? Так, поближе подошел, да? А какого хера всего один? Не, давайте менять позицию, нафиг нам это надо. Да вот, 70... Блядь, ну, ладно. Начинается, в общем, Риджисайд. Только в сеттинге вестерна.
Тут придется, в общем, подходить и херачить его на свой страх и риск. Дрободан, ну давайте сначала тогда перезарядимся. Вообще по полной. Но близко мы тоже подойти не можем, потому что у нее есть этот радиус. И если мы пересечем, в общем, черту этого радиуса, то он начнет сразу же контратаковать, вообще без разговоров. Ну, я не знаю, можно попробовать как-нибудь его обойти, да? Давайте сюда. Чё же нам? На рожон, что ли? Вон какую-то тёлку нашли, может, смотрите-ка. Ну, он пока её не может никак убить. Так, давай выходи, дорогуша. Чё-то засиделся там. Так, тёлка согрелась такая. Тварь. Ну вот как он мажет, это же пипец. Вот это красавец. Красавельчик. Так, надеюсь, он не будет стрелять. Фух. Офигеть там, блин. Так, ворон. Давай ты зайдешь домой, а? Так, а что, он его не видит ходить искать? Он тут стоит. Красава. Так, не то я нажимаю. Там нужен бэкспейс, но мне тянуться до него неохота, в общем. Блин, тварь, в ответку пошла. Чё же мне с этим дураком делать, демоном? Ну как так, один выстрел всего? Вы чё, смеётесь надо мной? Ну вот, блин, ну это жесть, конечно. И этот прям назвал тоже. Там еще нет. Давайте лучше, наверное, убежим куда-нибудь, сныкаемся. Иначе сейчас нас тут, в общем, тю-тю. О-о-о, и там еще одна бабень, пипец. Так, красава, потихоньку сейчас ее добьем. Она, кстати, кровоточит уже там стоит. Нет! Так. Блин, там уже автозона. Так, ну, не знаю, побежали в дом тогда, что ли? Сейчас бац-то не в доме, дай нам пипец. Ах ты черт. Красавчик. Так, отлично, уже три жизни всего. Так, давай перезарядим. Четверть фунтовый.
блин, какого хера? Ну, видимо, он будет через раз попадать, что-то у меня такое ощущение. Блин, говно. Радует, что она сразу не может ногу мне отнять. Так, в принципе, можно на второй этаж топать. Надеюсь, там никого. Не, никого, походу. Ну да, он через раз попадает, в общем. Это бобень. А он тут никого не видит, да? Так, ну все, мы сейчас перезарядимся. Все, вообще перезарядим. Так, ну дом зачищен, в принципе, нам тут сидеть тоже нет особого резона, можно и вниз пойти, в принципе. Так, так все, одна жизнь, это радует. Она не попала, это хорошо. Я еще и ранит мне, ни хрена. Обломись. Так, а та баба как че умерла? Она вроде живая была, не? Значит, подранена была, скорее всего, нашим выстрелом. Ух, нихера. Сюрприз. И давайте куда-нибудь, я не знаю. Вот сюда вот, потом будем ее гасить. Есть. Шик. Так, эй! Ты чё, охерела? Фух. Блин. Порох, сколько там. Дыма, в общем. Так, давайте попробуем, может быть, перекрестным огнем. Ой, хорошо, а? Красава. Че, обосралась? Ну ты иди подотрись. Ах ты тварь. Худой пацан, тащи. Так. Надеюсь, она не захочет рашить и не зайдет, блин, там внутрь. Будет очень неблагоразумно. В общем, неблагоразумно бы это было бы. С ее стороны такими заниматься вещами, такими. Блин, надо его лечить уже, кстати. У него 4 холса всего осталось. Это на один выстрел из дрободана. Ты куда пошел, петух? Я тебе так разрешение не давал такого. Ёрш твою медь. Охереть, откуда их столько тут баб? Фак. Бежать нельзя. Блин. Так, давай лечись нахрен. Красавчик. И давай, стреляй. Отлично. Блин, надеюсь, они не пойдут за вороном, это будет пипец тогда. Идем-то неплохо, на самом деле. Даже вот сплюнул, чтобы не было никаких там... Блин, нет! Господи упаси! Черт, я ранен. Тварь. Бежали на второй. И подлечимся тут заодно. Не, очень умно там поставили пацана. Он прям вручает на самом деле. Так, можно, в принципе, сюда выйти.
Отсюда их тоже чикать периодически. Давайте посмотрим, что у нас. Так, все перезаряжено. Ну, давайте тогда его сюда поставим. Так, один патрон остался. Надеюсь, попадет. Блин, ну ладно. Следующий ход будем перезаряжать. Хотя надо было сразу, наверное, перезарядить. Ну ладно, не суть. Все равно он на месте стоит, как снайпер. Две раненых бабы, да? Что-то никого нету, поэтому... Ну, в ниж... на нижний этаж тоже. Вон, да, к тому окну, в общем, подходите. С него гасить. Хорош. Блин, тварь. Ой-ой-ой. Так, давайте вот это вот скатим. Не, вот эту. Тут нам зачем? Офигенно. Блин. У него всего один, одна жизнь всего осталась. Ее нужно заглочить и все, и будет счастье. Куда это ты нам правилась, блин? Фак, нет, я думал об этом. Пипец, что делать? Надо, блин, факенчить. Угодите-ка, надо что-нибудь придумать за пацана. Давайте нафиг убежим отсюда вот. Офигеть там, блин. Прижали к ногтю. Так, ну что-то один урон меня не устраивает совсем. Давайте лучше с этого жахнем. Так, вот на два. Красава. Ты куда пошел? Обратно, что ли? Офигенно. Одну от... захерачили. Так, а отсюда он не сможет вот так вот накрывать? Мы попробуем. Не, он даже не видит никого. Так, ну ладно, идем сюда. Надеюсь, он, дьявол не сможет его, вот, в общем, выстрелить сюда. Так, окей. Надо как-то... Давайте на разведку что-то сходим. Вот еще одна баба с одним колсом. 100% попадание. Шикарно. Размозжили ей бошку. Так, ну пацанам пока некуда деваться. Надо, блин, в общем-то, тут, наверное, отсиживаться. Сейчас посмотрим, может быть, он сможет так попасть, не? Не, нифига. Поэтому пускай тут сидит, в общем, до прибытия подкрепления. Ты охерел? Не подходи ко мне нахер. Фак, у него нет патронов. Давайте, давайте. Отойдем тогда. Вот так вот, в следующий раз попробуем. Так, пацан. Может, попробуешь замочить этого петуха? Фак. Надо было уклонение ему нажать. Давай, давай, уходи вниз. А, он опять ушел сюда. В общем, какой-то странный демон. Видно, что он уже старый, что он уже, в общем-то, в отставке, да? Так, ладно, надеюсь, она нас не увидит. Черт, нас не хватает, да? Workspace. Нет, увидела скотина. Эй, ты куда опять нам решил прогуляться выйти, что ли? Так, бабенка. Что, он не может попасть в нее, что ли? Ну ладно, перезарядим тогда.
Ну, это, мне кажется, вообще бесполезно. Он вообще не попрет ни за что. Так и будет туда-сюда ходить. Ну, может быть, там, на рандоме и получится попасть, да? Так, мне баба это беспокоит, собственно. Поэтому давайте, наверное, топать на нижний этаж. По-тихому так дойдем. Такой ходит туда-сюда, типа, как у себя дома. Хотя это, в принципе, есть его поместить. Так, а ну-ка, если с шестиствольного. Это у нас не хватает, да? Я вот этого не понимаю. Невозможно попасть. Что за бред? Бред какой-то. А вон еще одна баба. Да охереть, сколько тут баб-то, блин, у него. Пец. Красава. Ну, давайте такую позицию займем. Может быть, с нее потом удастся нам сделать быструю стрельбу. Так, не уходи далеко, дорогуша. У меня к тебе разговор. Упадет с этого, нет? Не, нафиг, да, давайте лучше перезарядим. Все равно у нас еще 2 очка действий. Так, перезаряжаемся. А, тут то же самое попадание. Но зато убил. То с дрободана мог и не попасть. Так, ну-ка давайте быструю стрельбу. Охереть, все в молоко. Пипец. Демон такой демон. Я таких шатал. Так, что нам остается? А, у нас есть дрободан, тут еще какая-то бабенка где-то сидит, да? Вот она, мандавушка. Отлично вообще. Так, перезарядимся. Я думаю, надо просто воронам, наверное, подходить с этой стороны к этому, к балкончику. И там еще задача была после того, как нам, собственно, удалось убить этого сраного демона, уничтожить всех остальных этих ублюдков. Ух, ёперный театр, там еще одна, да пипец. Да это бесполезно, по-моему. Пацану не попасть в него, даже, наверное, я не знаю. Полметра не попасть ни за что. Так, перезарядимся давайте пока что. Главное не погибнуть на какой-нибудь херне, потому что это часто бывает в этой игре. Вот так вот стараешься, там бац, какая-нибудь жопа. Вообще я не серьезно, и все, ты сдох. Тем более на таком уровне сложности. Там змейка вон внизу ползает. Такс. Надеюсь, она не сможет нас убить. Ну-ка. Блин, что-то рисково, ребят. И что-то я боюсь, что она потом выбежит и даст нам люлей. Поэтому пока что не будем рисковать. Так, ну-ка давай попробуем с винтовки. 50%. Да блин. Не надо дальше идти, я тебя прошу. Нам бы как-нибудь так встать, чтобы ее можно было попасть, и чтобы она нас не особо почикала. Давайте пока вот так вот встанем. Как будто у него дуло не скривилось. Не надо. Так, надо быстро эту бабу класть и, в общем, спасать пацана. Худой пацан. Ты что, не можешь ее увидеть? Офигеть. Так,
Так, слушайте, она вышла, да? Мадам Трулюлю. На, получи. Это пока присыхает. Как это, блин. Будет теперь ходить по всяким этим сраным. Так, давайте нафиг тоже отступим куда-нибудь, может быть. Так вот, встанем. Просекай. Хорош. Просекаешь. Ух, она сдохла. Так, ну чё, я надеюсь, что больше не будет этих сподвижников, потому что это какой-то трындец. Не люблю, когда в играх сложность, блин, просто берут и количеством задавливают. Так, ты у нас просыхаешь. Надеюсь, зря я, конечно, сделал двойной ход. Так, ну слава богу, вроде бы это последний демон все равно. Ну, как бы, в принципе, демон-то он один был. Я имею в виду последний противник. Так, где этот ублюдок? Он стоит вот тут вот, да? Можно попробовать снизу его попасть в него, в лабаш. Так, он чуть зашевелился. Куда он пошел? Давайте пока перезарядимся, на месте постоим просто. Надеюсь, не на балкон. Если на балкон, пипец. Лучше тогда сюда уйти. Да твою мать. Так, вниз пошел, да? Не, на балкон, слушайте, слава богу, мы ушли. Да твою маму, а? Ну это ж пипец. Ну как такие можно игры-то вообще выпускать? Охереть. Вот сами разработчики могут пройти вот свое творение замечательное или нет? Два мужика прижали демона сильно раненого, у которого там остался всем децл жизней, и они не могут его убить. Охереть. И там, блин, 75% шанс попадания, и все равно не могут убить его. Это что-то с чем-то, по-моему. Не, конечно, понимаю, сложность там все такое, но, блин, ну... Это же надо тоже с умом делать, они просто так нахерачили. Задавим мясом, тут, значит, бам-бам-бам, невозможно попасть, бам-бам-бам, там, блин... криворукие юниты, бам-бам-бам, готово. И что это такое за говно сырое выходит в результате? Так-то, конечно, нормально, но по геймплею сырое получается. По всему остальному норма, а по геймплею сырое говно. Ладно, не буду, в общем, да, материться. Эта игра того не стоит. Хотя она, на самом деле, крутая игра. Но, блин, тут ни одна игра не стоит нервов человеческих. Нет, что-то как-то рановато я туда пошел. Да пипец. Ну давайте встану, у нас свой страх и риск. Ну, тварь, он там засел, он не хочет даже выходить. Вот петух, а. Да это бесполезно.
охереть, кстати. И он дальше пошел. Ну зашибись. Прячемся нафиг. Не хватало еще сдохнуть на этом петухе. Ну как вот ты промазал, блин, он даже тебя не видел ни хрена. О, да. Семь четыре процента. Давай, да пипец. Пипец, какой-то, блядь, анекдот. Вот реально, рили. Ну конечно, блядь. А он с одного выстрела убил. Да пиздец. Вы охуевшие, нет, разработчики, блядь. Суки. Ёбаные. Кто так игры-то делает? И что мне теперь делать? Подходить, чтобы, блядь, пулю получить там? Ну вот что мне делать? Я не знаю. Ну тут наверняка этот ссаный, этот радиус, блядь. Сука. Ну где это круто? Все время будет догонялки играть. В прятки, точнее. Затрали его уже, пипец. Ходить за ним, бегать, блин. Если я сюда встану, попаду. Давай! Да твою мать, ну как ты стреляешь? Сейчас у меня, конечно, живо завалит, да? Нет, нихера. Да пипец, ну... Охереть, 8 жизней оставил, блядь. Я даже ничего сделать не могу. Он там встал, нет, он вниз, блять, надо было уйти. Фух. Охереть, смотрите, какой у него радиус. Можно было побольше нарисовать, да? Че? Че мелочиться, правильно? Только в другую сторону встань! Твою мать, баран. Слава богу, очко еще есть. Действие, я имею в виду. Сука, нет, мы сейчас поближе подойдем. Дота. Ну а чё в эту сторону не действует, что ли? Не, не будем пока тратить, нахер. Да, встанет он с другой стороны. Давайте-ка убийство из темноты. Надо было, наверное, так и было делать. Ой, охереть. Я просто сейчас обосрусь от счастья, вот ей-богу. Демоны его приспешницы были убиты. Теперь можно было заняться их сокровищем. А пацана жалко, сука. Пидорас. Демон умер, все богатство осталось вам. Теперь опять один. Так, ну ладно, продолжим следующую серию. Ну, по сути-то, неплохо, что мы его замочили. Но опять же, блин, ну,
Хотя бы тогда написали, что у него какие-то особые, я не знаю, там, можно было бы вас по-особому убить, только вот этой способностью. Хотя я помню, что предыдущую попытку мы, по-моему, его так гасили. То есть не было никакой суперспособности у нас. Но она была, но мы ее не юзали. В любом случае, давайте на этом закончим. Увидимся с вами завтра. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.